А чё, где все остальные? Свалили под шумок. Не надо меня суманить. Five, four, three, two, one. Это замечательный был аттракцион. Чуть шла такая грубовая. Хуй знает ведь. Грустненько стало, видимо. Где Равиш? Хант, по-моему. Вроде. Я на потеряшке. Где-то. В рейде с вами мобов бил. Ну, не, в смысле, где стоишь? Как где стоишь? Сколько у тебя РПБ? Да, говно. Сколько тут? 56%. А чё заспекнулся бы в этого? Вверху? Серф тоже есть. Я сейчас просто почилить хочу. Такое можно писать? Так вообще. Какое? Ну, хукмастер пишет. А, я не в гильдии. Здрасте. Чё он хочет? Привет. Скорее всего, нельзя такое писать. Дерзкие глупцы! Ваша кровь закалит оружие, которым был завоёван этот мир! Ой, нас не выебут за такое. Блять, мне стало интересно, что там. Там Ник, он говорит, купил шамана или что с ником расист. Вообще могут выебут вообще в легкую. Как я сорвал? Очищение огнем!
себе место, говорит, в мусорной куче. Он меня два раза уже схватил подряд, блядь, с руки в руку, нахуй. Перекладывает. Ну. Ему это, блядь, какой-то, блядь, Гоша, нахуй, блядь. Хочешь кончить, дрочи свой, заебал, блядь. Типа в 4-4 ротация также остается. Ну, типа, спамишь сначала звездный огонь, а потом гнев просто под этот прок, и все. У совы? Да, да. То же самое, у тебя просто солнцепад появляется, и звезды падают. Mm-hmm. Ну и нету смысла кидать рой насекомых. Вообще не кидать его? Вообще не кидать. Ну, один раз было, можно кинуть, только чтобы на перебежках. Да, я на перебежку. И с пула типа идол настакать сразу. У тебя же критовый 64. Ну, да. Витя, а можешь лапку кинуть вниз? Могу, только напоминайте, я охотник, я ничего не бафаю, я... Не-не, просто напомни. Он только лапку подать может. Да, я только Кусакину лапу дать могу. Не отбафнить это хп, пожалуйста. Зачем вы встали, нахуй, я бы поднял. Не, в плане геймплея сюрф поприкольнее. Ну, ММ больше такой, на сложных боссов на цели. Ну да, вот он прям сугубо такой таргетный. Ну, в плане нет, в плане, что он человый там, думать не надо. Ну, значит, там прицелка, химера, прицелка, зубысы. Бафните каску, могу. Я каждый раз так застопад боюсь нажимать, блядь. Да не ссы. Че, умрешь, умрешь, кто там? Совы больше, совы меньше. У нашей гильдии. Да у них человый звездопад уже, блин, они ничего не агрят почти. Угу. Потому что, наверное, этот солнцепад и то агрит больше, блин. Стелси вынес. Осколок. Хорош. Хуя себе.
Гетсе. Вы скрус играете? От страха умрет. Ух ты, разве будет престольным вечерем хотел собирать? Что за метро? Что он с нами на престоле? Там его, да, настроение такое, что он, в принципе, похуй, блядь. Ля, паладина, третья аура, освободите меня. Денег давай. Спасибо. О, мой выход. Ты думаешь? Свой заход. Да здравствует звездопад, да? Да. А, как мне нравится взрыв чародейской стрелы, сука. Блин, не успел нас так натрогать. Не кидать их. Все, погнали, нет? Five, four, three, two, one. Сначала в маленького, если что, кто тут не был. Что, надо разбежаться, по-моему, 5 секунд, да? Да. Угу. Разъебитесь все в разные стороны. Беги, малышка, беги! Последний бун не умрет вместе со мной. Не знать, кто взрывает культуан, я покажу вам.
Сколько бы людей сейчас ваншотнуть? Теперь щемимся. Блин. Так, надо квест взять. Какой квест? А, диск. Всем привет. Здорово. Что там, что есть место на льду? Да, есть. Ходи. Ну, Биск Найт, я в игре. Вот сейчас плюсик поставлю. А тебе же еще, типа, у тебя другая ульда, по-моему, сегодня, нет? Сегодня мы вроде как ЦВК 25 Гирна пойдем. А, ну я не шарю, просто спросил. А Слава, а Слава здесь? Здесь вообще? Да, он вот здесь, тоже. Но он чилит. Слава, что? Напиши мне в личку. Да. Будет сегодня у них ульда или ЦВК ХМ? Есть в Алексфаймс пойти. Куда? А, любая спокойно, ну да. В принципе, в льду я могу с вами пойти, да? А вы что, вчера ТТГ не принесли? РС обычка, по-моему, вчера была. И ГМХМ, да? Да. Да, да. Вот священный планетарий нужно найти, ебать. Это Калгалон уже хуйня, да, я так понял? Давай, шевели портянками. А, ну да. Ставьте шкаф сразу. Тыкать. Слава, после этого отойду. Я забудился обратно. Да мне главное, чтобы он меня услышал. Может, ничего не говорит. Связок сотринька, если выпадет, анрол. Охуять, конечно, блядь. Ну да, магу моему анрол. Какой нахуй магу, блядь? Укомонитесь, она с критом ее заберет Сюрфхант. Ее маг заберет, ее не флайер. Пофиг, разрывной бьет магии, магии. Просто мужчина мужчин, мне 75% крита надо, нахуй. А тебе там 33 на сове, это вообще за глаза. Значит, будем воевать. Луч. Значит, так, да? Значит, будем воевать. А вы красиво луч повели. Это потому что повел. Прям по всей РДД пачке лицом. Чтобы он было неполадно, да, Гоша? А что, так можно было, да? Да. Я так просто умираю, я не успеваю разогнаться. Я просто ульду траю, когда она еще была, ну, можно так сказать, почти актуалом. Когда все по тактике ходили, там по точечкам становились, чтобы этот лучи выносили, учились. Не заводи славу, блядь. Ты это, не буди то, что не надо. Тут постою, короче, отошел. Чего вы такие злые на славу? Мы не злые, нихуя. Мы просто чуть-чуть знаем. Во второго поиграйте. Ну нахуй я вглубь. Вилки в помощь. Слушай, это вас как припомнит. Ну он же понимает, что мы по-доброму. И сейчас это в гильчате. Плюс 100 гп, плюс 100 гп, плюс 100 гп. Любя так раздает, да? А я сейчас 3000 за любовь. Да, посмотрим. Сколько животных будет? Яру смотри, нет? Неаполитан правее уйди, блядь, от греха подальше. И взяты туда же. Это же злые лужи. Эти снежки. Из них там черви вылетают. Бесконечно. О! Стука, блядь. Кто-то цепанул. Сами бьете.
О, еще лезут, еще лезут. Да под на потеряшку, кстати, согрен. Я обходил за боку, ничего не знаю. Слишком часто моя жопа была в льде, чтобы на них наступать. Может, кусака? О, кстати. Не, ну я же бочком повернулся. Он же должен по левой стороне не моей не идти. Показатель вообще. Видите, он же идет с левой стороны от тебя, Пет. Или справа, я вот, кстати, не помню. Пет? По-моему, с левой стороны всегда уже. Да. Он туда и развернулся, все быстро. Че, здесь что? Сейчас он пиздит кого-то и может спилить. Нет, он сейчас рядом со мной идет аккуратненько. Нет, он побежал вперед, блядь, пиздить кого-то. Он возле меня бьет, бегает. Не, я о своем. А, ты о своем? Фу, я... Я просто привык в последнее время, что я единственный хант, поэтому... Отвыкай. Видишь, каково оно бывает. Я вчера решил это с горя выгнать своего медведя. Пустить его на волю. Вспышки разбейте. А, классно. Равномерно. Бабу бьем. Thank you.
Шкаф поставьте. Слава, Пасифея, дай пати, пожалуйста. Нажмите. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что? Ты сказал первая, вторая. Где? На арене. Вообще без танка?
очки. Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Торим, не сомневайся! Твоих врагов ждет ледяная смерть! Прохил. Ты не моя возлюбленная! Сгинь, нечисть! Вот источник зла, заполонившего Ульдуар. Он разрушил мое королевство, затмил разум моего брата и убил мою жену. Герои! Теперь вам предстоит отомстить. Мне это, слышь, Слав? Нас всех. Блядь, где он-то? Будет непросто. Слав, ты тут? Я готов помочь. Мне идти надо, короче. Вы должны победить. Мне уйти надо на пару часов. Понял, пик моментально нахуй. Давайте удачи, я пошел. Давай. Там большого закорнюте? Нету друля. Кто закорнюет? Это место станет вашей могилой. С лишнего сагрига. Понятно. Беги!
А вы шо, вайпались? Баба к воде идет, быстрее пробегайте. Стою слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Дайте мне силы! Вас захлестнет сила стихий! Хорошо пулил, босс. Да, она сама пошла. Не бейте босса пока что. Чем, блядь, помазан чем-то или что?
снова ясен. Благодарю вас, герой. Ой, тут какой сет падает? Ты что? Ты что-то? Т8. О, он даже неплохой. Плюс-минус. Призон ты пытался.